Ежегодно в ноябре и декабре во многих странах мира проходит кампания «16 дней активных действий против гендерного насилия». Она призывает положить конец насилию в отношении женщин и девочек во всем мире. В рамках кампании проводились мероприятия и в различных учреждениях нашей страны, в частности и нашего города. По инициативе комиссии по делам девушек и женщин на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате прошли соревнования по настольному теннису. 16 команд с участием юношей и девушек до 30 лет, работающих в структурных подразделениях комбината, приняли участие в этих играх. Гендерное насилие не знает ни географических, ни социальных, ни экономических границ. Оно требует срочных мер по ее предотвращению как в развивающихся, так и в развитых странах. Поэтому Узбекистан ставит обеспечение гендерного равенства в ряд приоритетных направлений государственной политики. Oynasi bilan ajralishi qat'iyan man etilgan. Shuningdek, на сегодняшний день при комиссии по делам девушек и женщин АГМК создан клуб «Кызлар-джон», активистки которого служат примером для всех представительниц прекрасного пола предприятия. Для постоянных членов клуба организовали интеллектуальную игру «Заковат». Под девизом «Мы против угнетения и насилия» на интеллектуальном поприще померились своими силами девушки и женщины из 18 подразделений АГМК. Команда управления промышленного железнодорожного транспорта, активно отвечавшая на вопросы, заняла почетное 3-е место. 2-го места удостоилась команда медиплавильного завода. Абсолютным победителем признана команда медной обогатительной фабрики. Призеры игры награждены памятными подарками со стороны организаторов и Совета профсоюза работников АГМК.